Школа номер 25 в Адлерском районе. Михаил Бугриев в ней бывает часто. Говорят, без депутата не обходится почти ни одно торжество. Но дело, конечно, не только в праздниках. Недавно здесь провели капитальный ремонт. Но любой школе всегда нужны средства на текущие потребности. С финансовыми вопросами, говорит директор Тамара Джики, нередко обращаются и к депутатам городского собрания Сочи. Помощь приходит, и можно снова сосредоточиться на учебном процессе. Вот этот кубок губернатора по баскетболу. У нас еще есть два кубка по теннису. И всего у нас три, но мы хотим еще четвертый. Наша школа вошла в реестр лучших школ России в этом году. Мы получили знак качества за хорошее образование. Тихий Адлерский двор, и с недавних пор здесь тоже есть чем гордиться. Появилась благоустроенная детская площадка. Но домком Ольга Кузьмина уверена, осталось еще много свободного места. Можно ли порадовать детей новыми качелями? Этот вопрос адресуют депутату. Что у вас позволяет разместить даже не один снаряд или игровой комплекс. Вот поэтому я думаю, что это не можно, это нужно делать. В апреле месяце я жду вашего звонка, напомнить при формировании бюджета следующего года, чтобы можно было заложить. Ежедневно десятки обращений от жителей всего Сочи, чтобы мусор убирали быстрее, ремонтировали подъезды, обновляли изношенные сети. Для Михаила Бугриева это часть его постоянной работы. Ведь также он возглавляет комитет по вопросам ЖКХ при городском собрании курорта. Она бывает очень многогранная работа с людьми. Вот. И, конечно, проблемы, которые возникают у людей, они носят тоже абсолютно оттенки всего. Начиная просто от очереди в детский садик, невозможности попасть, и кончая глобальными проблемами, связанными с землей, с оформлением, со строительством. Избирательный округ, который представляет депутат Бугриев, протянулся от реки Псоу до центра Адлера. Здесь развита инфраструктура, много домов, почти 30 тысяч жителей. После Олимпиады район преобразился, отремонтированы фасады и кровли. Но жизнь не стоит на месте, рассуждает Бугриев. И, отойдя от философии, возвращается к вполне земным проблемам. К примеру, вот-вот начнется сезон дождей. Жители Адлера особенно просят обратить внимание на ливневки. Все ли они в состоянии выдержать зиму? Михаил Бугриев обещает, депутаты городского собрания в стране не останутся. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.